дядя Башкин работает в Албанском министерстве обороны. Я ему говорю: знаешь, что мне интересно, Башкин? Я хотел бы узнать, сколько Андрей платит албанцам за эти патроны. И знаешь, что он выяснил? Что этот ублюдок платит 2,5 цента за патрон. Он поимел на нас 400% маржу. Ну и что, мы делаем то же самое. Да, но это наш контракт. И мы его чуть не потеряли из-за китайских патронов. Но не потеряли же. Дело не в этом. Я хочу выкинуть этого члена СОС из сделки. Я не говорю по-албански! Стойте, я не понимаю! Ребята, держи! Теперь ты понимаешь? Да! Да! Ты правда думал, что сможешь выкинуть меня из моей сделки? Пожалуйста, пожалуйста. Дэвид, нужно поговорить. Не лучшее время. Мне еще не заплатили. Вообще ничего? Твой партнер не отвечает на звонки. Людям нужно заплатить. Они перестанут работать. Послушай, я должен лететь в Майами. Как только приземлюсь, я прослежу, чтобы тебе перевели деньги. Ладно? В аэропорт. Она говорит, ее муж вчера не вернулся домой. Она волнуется, это не похоже на него. Кто ваш муж? Башкин Трампещина. Никто больше не слышал про Башкина. Никакой записки, никакого трупа. Он просто растворился. Привет. Привет. Я поехал в Албанию, чтобы переупаковать китайские патроны, замаскировать их и продать правительству США. Звучит незаконно. Так и есть. Но я завязал. Клянусь, что бы ни случилось, до конца моей жизни я больше не буду тебе лгать. Угу. Я так люблю тебя. Что у тебя с носом? Тон сломан. Меня похитили албанские бандиты. О боже. Кажется, мне лучше снова стать массажистом. Ты не против? Нет. Я всегда только за...